Да, подсказываю сейчас, что я хайлайчу фотографии просто долгим нажатием. И они хайлайтятся. Вот здесь справа, то есть слева вверху, рядом с крестиком, появляется цифра. А теперь, вот, когда только вы начали, вы можете побыстрее их хайлайтить. Появилась цифра, в общем, 14 у меня показывает. Теперь что, как только мы их захайлайтили, мы нажимаем, наверное, здесь, нет, не здесь. Так, плюс, что у нас плюс? Так, вот, да, на плюс. Нажали на плюс и выбираем не аниме, не анимацию, animation, а выбираем movie. Вот это в серединке опция. Выбираем movie. А наш телефон начинает создавать. А вот теперь видите, у нас как телефон я держу вертикально в портрет формате, так оно его и предлагает. Но вот в правом нижнем углу, чуть-чуть ниже самой фотографии, есть такой квадратик со стрелочками. Это выбор формата. Вот я на него кликаю, и у меня есть опции. Портрет это вертикальный, видите, марочка стоит. Я выбираю landscape. Вот видите, изменилось. Теперь я кликаю на музыку. Хочу выбрать музыку. Можно музыку с компьютера или с телефона, это одно и то же. Я выбираю themes. Это бесплатная музыка. Так, мы выбрали. Теперь вот видите, у нас фотографии снизу. И такой серый бар справа находится, и можно тянуть его влево и вправо. Это время, сколько каждая фотография будет длиться на экране. Их можно делать так, можно делать дальше. В общем, все по-разному, как хотите. Какие фотографии? Даже, а, еще что можно сделать? Можно фотографии менять местами. Нажимаем и держим, она превращается в такую, что мы можем их потянуть и бросить где-то в другом месте. Ну вот, допустим, мы во всем убедились, все хорошо. Нажимаем Save в правом верхнем углу. И теперь у нас все сохранилось. Где же оно сохранилось? Мало того, оно еще и обгрузится на ваш Google Drive, и все будет там. Отсюда же вы сразу его можете шернуть, но это нам не нужно. Вот мы все убрали. Теперь мы находимся в Google Photos. Ну-ка посмотрим, что у нас здесь. Ага, Мария мне послала фотографию. Вот, видите? Мария выбрала несколько фоточек и послала, где шеринг. Спасибо, Мария. Так, что у нас еще здесь есть? Хорошо. Скриншот. Видеос. Кликаем на видеос. И вот оно мое видео, которое мы сделали. В общем, так. Тут же можно поделиться с ним, видели, да? Вот я кликаю, и вот здесь слева есть делиться, изменять, обновлять. Сейчас я вам покажу все это дело на компьютере.